сразу вручим ему медаль за вклад в подготовку празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Еще 80 лет, поэтому да. Виктор Иванович, спасибо. Спасибо. С юбилеем, с 80-летием. Спасибо. Вот, спасибо. Вы наблюдали сейчас, как молодой человек, которому сегодня исполнилось 80 лет, как он себя проявляет, как чувствует. Виктор Иванович. Спасибо, друзья, за... Поздравляю. Это одна из ценнейших моих наград, врученных на спортивных форумах. День 80-летия. Это счастье попасть на такие соревнования, день такого славного юбилея. Еще раз вам всем спасибо.